4 ковы. Пойдем царя удивим. Пойдем, пойдем, только обходи все. Погнали? Погнали. Какая речь? Да. Где я пить? Посохи не забудь. Не забуду. Ну что, пойдем дальше? Угу. Ну давай. Залезли. Следующий. Опа, теперь я полез. Погнали. Я выжил. Знаешь, да? Да. Это, короче говоря, мы идем это на реку. На реку, вон, которая вон в той стране где-то находится. Ну пошли. Угнали. Вон туда вон тропинка как к реке. Я там никогда не был. Так что мне интересно, что там. Так что пожалуйста. В общем, вон уже река виднеется. Вон. Посмотри, видит, да? Так что сейчас подойдем поближе и посмотрим, что там у нас. Смотри-ка, а тут можно перебраться на мосты. И посмотри, что там. Так это Сашка делал. Они тут делали мосты тогда. Помнишь, когда ты с Мариной собирал за болотом чернику? Мы с Сашкой, с другим Сашкой, ходили сюда. Понял? Вот. Все, нормально. Это если Мишка смотреть будет, когда мы с тобой тут зимой лазили, я вот про эти мосты говорил. Вон, вот мост. То есть вот если бы мы с тобой тогда вышли с этой стороны, мы бы вот их увидели, было бы понятно, что церковь там. А мы с тобой где-то вон там лазили, в той стороне леса. Поэтому есть как есть. Так, не упасть. Весь это стрёмно. Ну а ты как дома? А ты говоришь, ручеек, смотри какой, тут течение прикольное. Ну да. Да, круто тут. Короче говоря, слишком много лишних слов, во-первых. А во-вторых, очень глубокая все-таки речка. Ну, хотя не очень, но достаточно. Ну, еще вон течение.
Слушай, у нас есть реальный шанс дойти до поляны, ее вон уже видно. Пойдем? Знаешь, что интересно? Что? Смотри внимательно течение. Смотри, давай, ну, смотри, покажу пузырьки. Смотри, сейчас пузырьки вниз. Вижу. Ребенок. Ну что сразу-то? Ну а что ты, не ребенок что ли? Вот тебе интересно это все. А что бы нет, там видимо что-то внизу такое. Из чего уходит воздух. Сейчас попробуем дойти до поляны. В тот раз мы были, тут вообще было не пройти. Мы тогда в резиновых даже не отважились. А сегодня смотрю сухо. Так, сейчас рванем туда. Сейчас намочу. Ну ничего страшного. Погнали. Погнали? Ой, так, узко. Где? Вон. Ну ладно, пускай. Мы вот прошли здесь по грязи. Тут вот смотрю, олени тут вязнут. Но мы-то не олени, мы не завязли. Так что пошли дальше. Ну ты где там? Ну что, есть они? Да, не видно. Не видно? Они сливаются. Вон. Но я вижу двух. Ну тогда ладно, пойдем дальше. Вон, смотри она. Поляна-то, которую я на Google карте всегда смотрю. Это жуть. Стоим на болотине. Угу. Да? А что ты не видишь? А потому что надо заснять для истории. Что, глина? Так я тебе говорю, мы стоим на самом болоте. Вон тут грязь одна. Никон. Слышь, я понятия не имею, что это. Возможно. Ну, больше на другое похоже. Ну, похоже, не спорю. Тут говорить не надо, оно и так видно. Да, вот так вот. Ладно, идем. Надеюсь. Так. Да е-мое, блин. Ты как там? Я нормально. И я прошел. Поздравляю, осталось мне допойти. Так, чуть не улетел. Короче, мы там нашли живого оленя. Палку, а то я в грязь влетел. Тихо. Твою мать. Мою возьми. Блин, он нас услышал походу. Короче, убежал олень. Я не знаю, было видно, не было этого оленя. Он вот тут стоял прямо на горе. А пока мы тут лезли, нас все равно слышно. И он убежал. Ну ладно.
В общем, наконец-то мы вышли сюда. Если относительно меня, церковь находится вон там с кладбищем. Мы уже за церковью, за кладбищем. Оленяка куда-то убежал. Я не знаю, посмотрю потом на записи, может, нормально его будет видно. А мы сейчас пойдем вон в тот охотничий домик. Посмотрим, открыт он или нет. Если открыт, то здорово. А все это снимал оператор Сергей. Да. Это. Что я могу сказать? Впечатлений у меня пока что никаких нет, так как я еще не побывал внутри. Но могу сказать, что это больше похоже на просто деревянный дом. Ну, в принципе, так и есть. В принципе, да. Ну, открывай смелей. Вот. Что там? Какие там букашки? Иди сюда, чтоб под ноги смотри. Я думал, кто березовый сок набирает, хотел подрезать. Ну чё, пошли наверх. Сейчас там распакуемся, поглядим. И все. Да, погнали. Ну что, пошли снимать вовнутрь. Ого. Че, внутри прикольно. Диванчик, тут спать можно. Ну это рассчитано на охоту. Ну да. Чтобы ждать. Кстати, смотри, как можно. Да тут вообще можно сделать прикольно. Смотри, что можно сделать незваных гостей. Чего? Тут и закрыться можно, да? Да. А мы тут с тобой переживаем, где ночью увереть его тусоваться, где поспать? Тут он каждому по квартире. Кому, да? Да. Вот и решилась, как это сказать-то, квартировка, да, в Веретьевском лесу. Здесь вон там домик. Ну, его плохо видно, да? Его ну, вообще не видно. А его деревом закрыл. Поворачивай меня. А здесь вообще шикарно. Диванчик. Взял, лег, да? Табуреточка. Табуретка, кстати, одна. Вот. Две. Их опа. Две. Сейчас я тут две табуретки. Вот табуретка. Раз. Вот это. Вот два табуретка. Так, второй раз уже я снимаю. Кидаем, да? Ну. Опа. И нормально. Так, мой кидаем на эту табуретку. Ты меня снимаешь, да? Угу. Да здесь жить можно, ё-моё. Ну, видно ты... меня? Ага. Во весь рост? Зацените. Тут можно спать. Нормально. Кто хочет сделать романтическую экскурсию девушке, пригласите ее сюда. Так что я тоже приглашаю. Вот. Теперь есть куда съездить в следующий раз. Ну, что скажешь? Могу сказать то. А я не знаю, что сказать. Мне нечего. Нечего? Это все, что я могу сказать. Ха-ха. Ну, не знаю. Да говори, рассказывай что-нибудь. Я не знаю, что можно. Кстати, она относительно не высокая. Ну, а ты же не думал, что это будет небоскреб. Так ведь? Так. Ну. Не, ну красота здесь. Ага. Где же олень? Куда знаю, убежал олень? Я не знаю, где он. Он, наверное, это... Пошел домой, это, на компьютере
сообщение своей любимой отправить. Чего? Сейчас дойдем до тех домиков, да? Ага. Уж давай до того дальнего не пойдем. Это не визуально. Много. Ну, километр. Ну, тут как нечего делать километр. Мне не хочется километр топать. Нам с тобой надо успеть из леса выбраться засветло. Самое главное, что таксисты нас ждут. В городе есть приличное такси. Куда позвонили, сказали, ребят, заберете нас вечером, с машиной проблем не будет. Не будет, все. Сказали, мы там предупредим человека, который будет в ночь дежурить, он за вами приедет. Вот так вот. По мне так шикарно, да, считай, мы с тобой сегодня раз махнули, не думавши. Вот. Ну, блин, ну где олени, а? Как ты скажешь, ты выключил, что ли? Нет, я снимаю. Я тебе говорил, у меня тут, да, товарищ один тоже, говорит. А чё ты, говорит, как Костя, ничего не запишешь? А чё тут записывать? Чё мне рассказать, да, допустим? Чё мне рассказать? Про этого, про другого оленя. Про какого из оленей мне рассказать, пока я нахожусь в оленем заповеднике? Да и с другой стороны, если даже я бы что-то рассказал, а там рассказать, во, то это бы перевернули. В общем, сейчас у нас перекус, и мы идем к следующему домику. Я пошел к тебе наверх. Знаешь, что нам в следующий раз надо с собой брать? Треногу. Она вкручивается здесь. Чего у тебя как плохо видно? Я не знаю. Она вкручивается здесь. Ну. И, короче, ты сидишь. Аисты. У нас хреново увеличивает. Это что за птицы такие здоровые? То ли аисты, то ли еще. Да она с собаку. Ты прикинь, если она отсюда такая большая кажется. Да представь ее вблизи. Что это вообще такое? Ладно, попробуй потом на увеличение добавить. Издали на аиста похоже. Ну, на что-то похоже. Шея маленькая для аиста. Что они такое? Да, что, все, они нас спалили на. Хорош там орать. Что он не такой? Ты прикинь, как здесь все хорошо слышно, да? Круто. Согласись, эта поездка стоила. Ага. Этого. Такого. А, все, не ходи, они с горы спускают. Не, видно их, видно. Я сейчас. Просто попробуй до них дойти. Не, слышь, короче, они это, того собрались, в общем. Он там брачные танцы устраивает. Я починил селфи-палку, на. Пришлось изрезать на шайбочке пробку. Тем временем мы все находимся еще в домике охотников. Уж я не знаю, смогу я вылезти из него, нет. Ну, короче, примерно это выглядит так. Ну, ужасно не ужасно, но прикольно. А тебе что, не прикольно? Почему? Потому что я... Зачет. Только тут холодно, солнце садится. Я не знаю, как мы будем... Я аж до такого замерз, что это фигня натянет. Выходить через этот, как его? Через Веретьевский лес, я еще пока не представляю. Как? У нас два фонарика, там воды, ну вот столько. Мы все равно, если что, нахлебаемся сапогами этой воды, а там будет видно. Так, сейчас мы пойдем все равно до того другого дома. Погнали к другому дому. Опачки. Я ее уберу в это. Уберешь? В боковой кармашек. Вот так здесь узко.
в этом охотничьем домике. Ну, это вот вон, это Сереге место. О, я его уже достаю. Так что... Но зато здесь есть классные табуретки и классный диванчик, на котором можно поспать. Ха. Так, ладно, что, закрываем, да? Угу. Закрывай окно. Ага. Все, окно закрыл. Нет, нифига. Потом. Нет? Надо сначала вот эти боковые, а только потом... А только мы потом... теперь туда, к другому домику. Если сейчас встретим оленя, обязательно спросим, где он нашел свою любимую, да? Ага. Бери ковы. Пойдем. Сейчас. Опа. Воткнешь бутылочку? Обязательно. А то у меня там записывается просто. Да я вижу. Ну все, далее наша съемка будет куда интереснее. Ты оба кола взял? А ты одел куртку-то? Куртку-то решил не одевать пока. Куртку, говорю, решил пока не одевать. Ну ладно, сейчас разберемся. Подходим мы. Слушай, а где мы здесь пойдем? Здесь смотри, какая грязища. В общем, вон тот домик стоит, да? Ну, я вон тут там, подумал и решил... Вон там. Очень плохо видно. Там вон есть еще один. Слушай, а это вон там не олени стоят? Смотри, ходят здоровые. Короче, все олени там. Погнали. Вон этот черный домик. И вон там какая-то движуха, но мы туда... Не пойдем. Потому что пока мы будем туда-сюда ходить, все стемнеет. И ты жуху не увидишь. Ты тогда пока одевайся, а я тут попробую полазить. Стой. На, держи свой это. Вот. Давай. Это будет долго. Ну ладно, я подожду. Держи. Класс. Я пока сейчас. Нормальный. Вон, смотри, вон их следы. Они тут ходят, я говорю, блин. Просто они ушли туда, где солнце. Мы с тобой когда шли, этот олень вон там, который стоял, да? Солнце было. Там было солнце, он там и стоял на солнце. А сейчас они ушли вон туда. Так что нам, короче, с тобой в следующий раз мы берем и едем сразу сюда. Я нашел 400 рублей у себя в этих камуфлированных штанах. Откуда они взялись? Хрен. И вот, кстати, у нас так каждый раз, бля. Уже сколько мы в одежде денег находили? Оказывается, мы на 400 рублей богаче. Чем были? Тогда это, ты их застегнул, чтобы они не потерялись? Секундочку. Давай, застегивай. Вот такая мистика. Смотрели мы сейчас. Не получится у нас дойти до того домика. Там уж здесь грязище. Мы там просто не пройдем. Мы ж пришли в летних тапках. Да и на телефоне осталось 18%. Пока он сейчас тут зарядится. Пока чего. Надо же выбираться на болото. Надо телефон зарядить. Будем заряжать телефон от моего другого телефона. Заряжаем телефон. Конечно. Телефоном, ничего необычного. Да, это норма. Так, держи. Да, давай, доставай куртку тоже. Это. Я сейчас тоже кофту одену. Я тоже мерзнуть не хочу. Подержи. Я же тебе сразу тогда сказал. Солнце зайдет, мы замерзнем. По-любому. Сейчас. Пошли. Давай мы домой.
И я думаю, погоню за оленями мы оставим для следующего видео. Чтобы все в одном не было, да и будет потеплее. А то по полю, по колено в грязи не особо перспективно лазить за ними. Конечно, пошли. Ребята, вон олени, наконец-то мы их нашли. Вон церковь, а у церкви олени, как я и мечтал их заснять. Я прямо вот мечтал, точно, зачихнул человек, что надо, чтобы олени были в церкви. И я их там точно. И я их там зафоткаю. У нас тем временем закат солнца. Мы пошли домой. Миссия выполнена. А там, там мы за оленями будем бегать в следующий раз. Снимаешь? Да, я уже снимаю. Как? Ощущения у меня такие. Мне лень говорить об ощущениях. Да. Ну а что, зато было весело, да? Вон, будет луну видно. Полнолуние. Как по мне, было круто. А уж там решать тому, кто вообще это будет смотреть, да? Не, слушай, шикарная луна. Вообще полная-полная, круглая-круглая. Еще один плюс. Здесь стал ловить мегафон. Раньше ловил только Билайн, а теперь мегафон стал ловить даже у церкви. Так что, хотя да, на охотничьих домиках ловил Билайн. Плохо, но в интернете можно было полазить. Так, что там такси еще не подъехало? Ну ладно. Они сказали 10 минут. Значит, правильно тебе сказал, да, отсюда 10 минут где-то ехать. Ну все. Как говорится, adios amigos, да?